Доброе утро, друзья! Доброе утро, мои уважаемые подписчики и все, кто заглянул на мой канал. Сегодня у нас 20 июня 2020 года. Моя пешая прогулочка уже идет к завершению. Я обещала показать моим подписчикам Южный рынок. Вот я сейчас нахожусь на Южном рынке. Уже пришла. Сейчас вам покажу небольшой обзор. Вот это Южный рынок. Расположен он, главный вход, со стороны Чехова. Вот присела отдохнуть немножко. Что-то как-то утомилась сегодня. Долго хожу и очень жарко. Время 8 утра, а уже жарко. Вот смотрите, друзья, через дорогу у нас конечная автобусов. И проходящие маршруты делают там остановку. Вот мы сейчас перейдем дорогу. Это будет центральный вход. С левой стороны, вот где церквушечка. Вот, видите? Там тоже есть вход. С этой стороны, где стоят машины, есть тоже вход. Вот он. Вот. Ох, сейчас... Давайте, наверное, перейдем быстренько дорогу, а я все уже не успеваю, не буду бежать. Так, ну давайте тогда вот на перекрестке здесь покажу вам. Все уже горит красный. И вот с той стороны, с улицы Краснодарская, куда вот я направляю, там еще есть один вход на этот рынок. Рынок очень расположен удобно. С четырех сторон у него есть парковочки. А рядом вот такой вот жилой район. Ой, смотрите, какое красивое уксусное дерево. Скоро будет благоухать цветами. Смотрите, набирает уже мухи какие-то. Это уксусное дерево. Розовые цветы у этого дерева. Красиво цветет. Так, ну а туда вот через дорогу у нас 12-й микрорайон. Вот пока стоим на перекрестке, не буду отключаться, поговорю с вами. Значит, Южный рынок мне не очень нравится. Мне не нравятся узкие проходики, которые там есть. И какая-то такая, знаете, бестолковость. Вот здесь продают, например, в одном месте овощи, фрукты, и тут же рядышком продают вещи. Проходы очень узкие. Постоянно ходишь, бьешься, толкаешься. Так, ну что, уже зеленый? Да. Но здесь есть очень-очень большое преимущество. Здесь субботу, воскресенье, бабушки, дедушки приезжают, продают овощи, фрукты, рыбу. И можно купить свеженькую продукцию. Ну вот, а сейчас мы с вами походим, посмотрим, что изменилось на рынке после карантина. Поднялись ли цены? Какой ассортимент у нас? Что у нас продают на этом рынке? Я под этим видео оставлю адрес. Вот, смотрите, вот я вам еще раз показываю эту остановку конечная. Слева у нас туда идет 12-й микрорайон. И вот здесь вот расположен рынок. Хороший спальный район. Тихий, спокойный. Так, ну рыбки нет. Вот черноморскую рыбку обычно тут продают. Наверное, я очень рано пришла. Тут, да, тут с левой стороны всегда продают яйцо. Ну вот. Такой рынок. Вот видите, бутики. Тут овощи. Рядом вещи. Ну, пойдем, походим, посмотрим. Здесь продают постельное, текстиль. Вот видите как, вот из налево пойдешь туда, там ряд вещей. Вот эти все бутики. Ну, они, наверное, с 10 часов. Потому что рынок, видимо, работает
чуть попозже. Я еще гуляю. Рано мне самой на работу. Так, ну да. Ну давайте посмотрим. Вот черешня. Какой цены черешни? Ох, какая крупная, какая красивая. Какую цену? А, все, вижу. 200 рублей. Наша местная? Вот увидела черешню, вспомнила один такой случай. Ну, как муж говорит, это же Анапа, детка. Значит, тут сейчас она уже 200 рублей. На центральном рынке черешня 250 рублей. На фермерском рынке она 180 рублей. А я покупаю черешню у бабушек. Я вам показывала видео, где продают бабушки свою продукцию. Где я приобретала котика. Помните, кто смотрел, посмотрите, улица Краснозеленая. Так вот там у бабушек можно купить за 130. Я вчера ее купила. Можно зайти к вам посмотреть ассортимент ваш? Так, вот клубничка 230 местная. Ой, какой аромат. Черешня 200. Что у вас тут? Приправки, яблочки. Почему-то яблоки дорогие в этом году. Кабачки, баклажанчики. Уже персик есть. 200 рублей. Огурец 80. А лук, интересно, репчатый. 50. Морковка 40. Ой, какой аромат идет. А это абрикос, наверное, местный, да? Вот так, этот. Местный, да? Ой, пахнет как Армении. Вкусно. Из Армении? Угу. Такой абрикос 180. Ну и вот наши сладости. Как же без них? Так вот, вернулась. Ну вот цены я вам показала. Поэтому тут надо ходить и смотреть. Знать места, где купить подешевле. Вкусная, домашняя была. Вот видите, а рядом продают вещи. Хотела сказать, тряпки. Так. Вот здесь вот мяско. Я вам уже показывала этот обзор. Здесь очень вкусный маш. Доброе утро. Можно к вам? Можно узнать цену на мясо? Ух ты, кролик даже есть. На какой? Вот говядина в какую цену? 360-400, да. А свинина? Под 260-320. Ага, 260-320. Со шкуркой 200, да? Вот смотрите, еще кролика продают. Я иногда мужу покупала здесь маш. И такой вот жиденький. Вот тут приправки, специи. Ну вот вам цены на мясо. Идем дальше. Вот вернусь к разговору о черешне. Вот там можно купить всегда все домашнее и все очень вкусно. Вот видите, какие узкие ряды. Увидела. Сейчас я хочу посмотреть. Скажите, это местные, да? Это абрикосики, да, такие? Местные. Это местные абрикосики. Вот я вам показываю. Прям посмотрите, какие маленькие. Да, ну, это сладкие. Черешня. А черешня в какую цену у вас? Это 180. 180. Угу. Ох, а это какая? Это 150 мелкая, да? Вот, вот это вот темная, очень сладкая. Это вишня. Это вишня? Да. Такая большая уже? Да. Да, это сорт такой, да? А, все, вижу, вишня. Да, вы кому-то показываете? Да, а вот сладости наши на канал свой. Как же без сладости, да, в Анапе? Огурчики 70, помидоры 100, 150. Вот видите, такой ряд. Тут же рядом продают вещи, а дальше можно увидеть овощи и фрукты. Ой, что-то я, друзья, так устала. Ой, что-то опять у меня все трясется тут. Ну, тут цены такие же. А, тут вообще даже ценников нету. А, нет, такие же цены. Ого, а здесь 300 рублей. Видите? Так, выходим.
Эта сторона у нас, где церквушечка. Тут въезд есть. Тут продают для животных. Тут еще один какой-то ларечек. Там продают уголь. Здесь вот свежая выпечка. Ну, тут очень много ресторанчиков. Так, ну здесь мы были. Пойдем еще, наверное, вот на тот ряд. Да? Ну, что вам сказать? Мне больше нравится фермерский рынок. И вот этот вот, я называю бабушкин ряд на красно-зеленых. Они приходят очень рано и гоняет полиция. Но всегда можно договориться с бабулями, чтобы они завтра принесли или послезавтра принесли. Вот в этом году у меня очень плохо растет укроп. Ух ты, куда я забрела. Я постоянно покупаю одной и той же бабушке. Ну вот видите, тут все закрыто. Так, куда ты забрела? Тут... О, мужчины играют. Здесь, а, ну это как кажется... А, кажется, здесь ничего не продают, да. Ну, сейчас выйдем. Там есть еще бутики. Народу очень мало. Ну, сейчас нет людей. Приезжают только с Новороссийска. Там, когда с Краснодара, с Темрюка. Ну, наши местные. Ну, 21-го откроется рынок. Ой, рынок, город. И рынок будет дышать другой жизнью. Скажите, какую цену кабачки? Кабачки 30 рублей. А, вижу ценник у вас вверх ногами. Ага. Да, вверх ногами там. Вот уже такие будочки стоят с квасом. Ну, вы видите, что людей очень мало. 21-го, надеюсь, у нас откроет автовокзал, вокзал, и все будет работать. Людей будет много, и жизнь закипит в Анапе. Но вот эта улочка Краснодарская, вот, это тоже продолжение рынка. Здесь очень много бутиков. И вот они выходят туда, на другую улицу. Ну вот, друзья, вот такой вот обзорчик. Южного рынка. Да, рыбки нет. Мясо я вам показала, овощи, фрукты показала. Все, друзья, увидимся в следующем видео. А я бегу на работу.